Вот и пришла пора для доброго стишочка. И стало трудно так писать. Нет, я не разучился, скорее просто тут типа мат. Скорее всего, уже не в стиле, не в том, что я пишу сейчас. Наверное, просто смысла нет. Добро, оно ведь среди нас. Оно и так нас окружает, но чаще нам отводят взгляд, добру не позволяя нам в душу проникать. Смотреть на зло, смотреть на гадость, вот что по новостям. Увы, но все равно в душе есть радость. Я счастлив, знаю, как и вы. Поэтому стихов не надо, ведь вы и так уже добры. А те стихи, они не злые, пусть даже с матом и те, кто злой. Вы не грустите, вы по чуть-чуть с добра начните, чтоб было счастье хотя бы внутри.